Удобство потребителя на первом месте. Осенью этого года компания «Газпром Межрегионгаз Черкесск» провела оптимизацию работы двух своих офисов. Так, например, жители республиканской столицы теперь могут оплатить счета за потребленный газ и договориться о подключении или проведении газа себе домой в одном офисе, работающем по системе единого окна. Это очень удобно и позволяет человеку сэкономить драгоценное время. На улице Кавказской 126 клиентский центр работает в режиме единого клиентского центра, то есть он предоставляет услуги как с бытовой компанией, то есть реализации газа, так и газораспределительной, то есть это подключение газа, техническое обслуживание, проведение газопроводов. Клиенты могут, придя, то есть в один клиентский центр, сразу получить все виды услуг, связанные с газоснабжением. Не остался без внимания и офис компании, расположенный по адресу улица Космонавтов, 60А, а точнее прилегающая к нему территория, где в процессе реконструкции были заново уложены электрические кабели, появилось новое асфальтобетонное покрытие, установлен бордюрный камень, сделана разметка для заезда автомобилей и стоянки, а также обозначены пешеходные переходы. Осенью 2021 года мы начали коренную реконструкцию вот этой площади, городской территории, которая прилегает непосредственно к центральному офису и клиентскому центру, для того, чтобы сделать ее гораздо удобнее, гораздо комфортнее для горожан, жителей Черкесска, ну и для гостей. И в целом, чтобы с эстетической точки зрения это смотрелось все гораздо лучше и приятно. Пешеходную зону теперь дополняют 8 декоративных фонарей. На клумбах высажены 12 туй и 2 ели. Декоративный кустарник, а весной будет засеян газон. Кроме того, почти в два раза увеличено число парковочных мест для автомобилей посетителей клиентского центра и офиса компании. Более того, для маломобильных граждан на входе в здание был сооружен пандус, который призван упростить процесс посещения офиса компании. Таким образом, «Газпром Межрегионгаз Черкесск» старается сделать столицу Карачаево-Черкесии более привлекательной, удобной и уютной для горожан и гостей.